Соответственно, если вы знаете объективные закономерности, которые обуславливают жизнь общества, вы можете своего геополитического конкурента вогнать в такой режим существования, в котором эти объективные закономерности его приведут к самоликвидации. С другой стороны, если вы знаете те же самые объективные закономерности и строите политику в согласии с ними, то они вам обеспечат практически автоматическое развитие общества без потенциальных кризисов. Я передал Киссинджеру перечень вариантов дальнейших действий. Я воспользовался этим шансом, чтобы сказать ему то, что давно хотел сказать человеку, вступающему в мир государственных секретов. Я сказал: «Генри, вы получите допуск к информации, о которой вы даже не подозревали. Это даже секретнее, чем совершенно секретно. Это вас дезориентирует. Сперва вы почувствуете эйфорию от избытка новой информации. Дальше вы почувствуете себя дураком, потому что ничего об этом не знали. Но это быстро пройдет. Очень скоро вы начнете считать дураками всех остальных. Что бы порекомендовал мне этот эксперт, если бы он знал то, что знаю я?» Нужно иметь новое знание об обществе, мире и человеке. Поэтому необходимое, но недостаточное условие для победы – это создание принципиально нового знания. Тот, кто его создаст, тот имеет новых большие шансы. Новых интеллектуальных элит нового типа. Да, потому что залогом побед западной элиты была очень такая интересная схема. Наднациональные структуры, спецслужбы и академическое сообщество. И шла циркуляция. Тот же Киссинджер, поработав какое-то время, скажем, при Никсоне в качестве советника и секретаря Совета национальной безопасности, затем при Форде. Он фактически был президентом, а не Форд был президентом. Затем он ушел опять в научные структуры. Он оставался, он работал все равно на национальной структуре, но он занимался научными исследованиями. И вот эта циркуляция, когда один и тот же человек, он все время в разных ипостасях себя проявляет, это создает значительно более сложные фигуры. Я не переоцениваю роль таких людей, как Бжезинский и Киссинджер, но я могу сказать, что в советской и постсоветской системе люди такого типа просто типологически невозможны, потому что система в них не нуждается. Потому что Киссинджер, помимо и Бжезинский, помимо всего прочего, это сложные персонажи. Это отчасти ученые, отчасти глобалисты такого, сказать, крупного масштаба, отчасти бизнесмены от политики. То есть это очень сложные фигуры. Одно из преимуществ, кстати, западной элиты перед китайской заключается в том, что западная элита 400 лет формировалась в условиях молотиловки. Было много государств. В государствах шла борьба, а Китай — это был империя, был зонтик. И там были другие игры. И в Китае элита, она привыкла к более спокойной жизни. Про нашу, сказать, верхушку в 19 веке я вообще не говорю. Есть замечательная книга старшего Врангеля «От крепостного права до большевиков», где он фактически вынес приговор в элите Российской империи. Мишель Фуко был прав, когда говорил о власти знания. Если ты хочешь участвовать на мировой арене активно, то ты должен предлагать такую систему взглядов, которая строго отражает твои интересы. Безусловно, и которая отражает интересы не только твои, но и твоих потенциальных союзников. Проблема сегодняшней России заключается в том, что любой русский проект, который касается только России, будет никому не интересен. Россия должна сформулировать такой проект, который ее позиционирует как международного игрока определенного типа. Но для этого нужно понимание современного мира. И я повторяю, для этого нужна современная наука. Смотрите, французская революция, которая стала, в общем-то, всерьез, если говорить, началом модерна, она потребовала 50-летнего интеллектуального напряжения и создания новой парадигмы.
Когда большевики решили бороться за власть, они создавали, выражаясь термином Фуко, новую власть знания. Мы сейчас не говорим, хорошая или плохая. Она была, так сказать, примитивной, классовой, но она решила свою задачу. Третий Райх, когда взялся за борьбу в мировом масштабе, они начали разрабатывать новые знания, так сказать, но не классово ориентированно, а расово ориентированно, и целую научную систему, непревзойденную во многих отношениях до сих пор, система институтов Аненербе. А наша страна в данный момент деконцептуализирована. Она не просто деконцептуализирована, она у нас в 91-м году, после крушения Советского Союза, к нам хлынули второразрядные, третьеразрядные, отстойные работы западной социологии и политологии. И в этом отношении последние 20 лет оказались, за некоторыми исключениями, отдельных, буквально отдельных лиц, абсолютно бездарными. Когда-то Михайловский в 19 веке сказал, что Россия в интеллектуальном плане похожа на кухарку, которую донашивает за госпожой вышедшие из моды шляпки. Вот до тех пор, пока мы не будем, свои шляпы проектировать и использовать их как психоисторическое оружие в борьбе за власть, информацию и ресурсы, думать о том, чтобы не только выиграть мировую борьбу, чтобы участвовать на равных в ней, вступать в нее, думать нечего. То есть остается правильной формула знания сила, и тот, кто создаст это знание, причем для этого, для создания нового знания, не нужны огромные институты. Новые знания создаются, как правило, небольшими группами людей. Кто-то из ученых сказал, великие идеи рождаются так. Гениальные группы гениальных людей пробивают стену, а уже масса подбирают осколки. Для этого всегда есть возможности. Хорошо бы, если есть еще возможности, они сопровождались бы политической волей. То есть, если ты создал психоисторическое оружие, с помощью которого можно сломать хребет противнику, нашелся бы волевой человек, который сказал: «О, отлично, вот этим я и буду ломать хребты».